Смотрим, может и ударит. Кстати, у него пушечный удар, и очень хорошо крутит он. И вот он гол. Пожалуйста, только что появился на поле. Говоров ни разу не додумывался. Конечно, рисковать сейчас, рисковать Ростову при счете 2-0 не нужно. Вот и третий. Ну и опять же индивидуальные действия, да, Сергея Иванова. Ну крутил он там двоих, положил. Ну опять же мы говорим о том, что защитники играют неправильно и неграмотно, потому что дают принять. Ну к тому же для этого же выпускает и Андреюшкина, да, то есть до этого его не сильно использовали. Да. Ух ты! Ну вот, вот он, Сергей Толчев, друзья! Липецк 1-0 за полторы минуты до конца! Корпусе. Не к тому, что иногда это помогает, иногда может и прилично... Ух ты! Бирюков что-то творил-то! Бирюков, маэстро Кирилл Бирюков, номер 5. Ну, были готовы мы, если честно, к каким-то подобным таким свершениям. ЗК в этом году очень серьезно настроился на профессиональную футбольную лигу. Это видно было и по первым матчам, ну и сейчас, конечно... в этом матче, да, то тогда все еще возможно. Возможно, этот гол вообще перевернет все, что мы видели. И удар в касание! Вот это фантастика! Кто составляет хит-парад, этот гол явно претендует на попадание в него. Ну, вот тут смотри сам, кто здесь сделал конфитуру. Передачу отметим, либо удар, либо и то, и другое.